Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Хочу показать сегодня, как я первый раз посадила семена, посеяла. Такие улиточки или самокрутки их называют. Еще называют их рассада по-московски. Вот смотрите. Берется целлофан, туалетная бумага ложится на него, смачивается водичкой с добавлением эпина или энерген можно. И раскладывается по краю семена, отступая 1 сантиметр. Наверное, многие видели уже, как это делается. И вот буквально 5 дней. И выросли вот такие вот у меня уже саженцы. Это подсолнух. Подсолнух Енисей. Очень нравится. Посмотрите, какие у него выросли корни. Длинные, потому что они к влаге тянутся. Вот здесь стаканчики. Вот я их скрутила. У меня много тут что намотано. Скрутила, поставила стаканчик. А вот так водичка налита. Бумага намокает. И всегда семечком вот здесь наверху влажно. И корни очень быстро до влаги добираются. Вот это подсолнух. Это огурчик. Огурчик посмотрим. То смотрите, какие корни шикарные. Это 5 дней, да? Я хочу их уже высадить в теплицу, там прикрыть, укрыть. Очень холодно еще у нас. Посаживать семенами это очень рано. Там муравьи растащит или кто-нибудь съест эти семечки. А вот такой рассадой хочу попробовать. Также здесь у меня тыквы. Тыквы, кабачки. Еще какие-то цветы тоже там замочила. И вот еще первый год буду сажать. Называется тыква. Она как кабачок. Тромбон называется. Вот она. Тоже. Видите, как все хорошо, очень прорастает. Пока вот сейчас, на данный момент, мне все нравится. Когда высажу в землю, не знаю. Посмотрим. Я говорю, первый раз я так делаю. Хоть слышала, видела, как делают уже много раз. Также из-за того, что у нас очень холодно, и невозможно ничего садить, я решила посадить пекинскую капусту вот в такие стаканчики. Вот это пекинская капуста ричи. Вот. Если посадить попозже, пока станет тепло, начнутся всякие улитки и все такое прочее, которые любят капусточку. Вот хочу показать, тут корешки видно. Там уже все в корешках. Вот так ничего, она хорошо развивается. А это салат такой, сорт мальвина. Он не просто, он такой большой растет. Как его называют? Кустовой? По-моему, да. Вот смотрите, тоже ему очень хорошо здесь. Смотрите, корней очень много. Вот они, корни уже до самого дна дошли. Сейчас потеплее, через недельку я уже высажу. Также базилик у меня вырос. Вот такой разного цвета. Фиолетовый, зеленый. Тоже он рос у меня в плошечке, я распикировала. Вот тоже, не знаю, как тут видно, не видно. Вот корни до самого дна уже дошли. Очень много корней. Так пахнет хорошо. То есть уже надо прищипнуть макушечки вот так вот. Можно скушать, а дальше они будут более такие пушистые расти. Так что вот, каждый год делаем все какие-то эксперименты, делаем выводы, как садить, когда садить. Вот погода нас, к сожалению, подводит. Холодно еще. Хочется пораньше вот этой зелени все посадить и покушать. На это буду заканчивать. Спасибо за просмотр. Всего доброго. До свидания.